Итак, яхтинг на карантине. Существует ли он вообще? Ты же выложишь яхту, потом накажут. Ну, будем надеяться, что не накажут. Карантин. Но мы знаем тайный вход. Ну что? Так, Олег. Нет, не знаем. Уже 10 мая, а лодки все на берегу, большинство лодок все на берегу. В прошлом году мы уже были на воде и готовились к первому выходу. Народу почти нету. Все сидят на самоизоляции. А вот наш авосик. Мы его расчехлили неделю назад. Прибрались. Почистили внутри салон на прошлых выходных. Ведь что у нас сегодня по плану? Сегодня по плану дерево. Дерево, ведь его покрыть. Обработал. Чем ты его обработал? Ну, пока антиплесенью разной, антижизнью. И какой-то штуковиной, чтобы оно было светлее, потому что оно у нас нет, было... Нет, я его светлил, она осветлялась, да. Так называемая отбелка, для белитель для древесины. А потом отбеливатель. Ну, белитель, отбеливатель, да, как-то так называется. А потом буду покрывать штуку, которая придаст коричневый цвет и пропитает от плесени водоросли. Да, мы обнаружили достаточно много плесени после зимы. Поэтому в салоне мы все счистили по возможности, теперь принялись за внешний вид. Итак, спустимся вниз к воде. Хочу посмотреть, может быть, кто-то все-таки уже спустился. Ветерок задувает хорошо сегодня. Скорость 16 метров в секунду обещали. Ну, в порывах, конечно. Погода шепчет. Ну, вообще, по виду все на месте, все стоят. На берегу кран не работает. Извиняюсь, за тряску у меня нету стедикама, или как называется этот аппарат, который держит камеру. Ну вот, что требовалось ожидать, как любила говорить моя преподавательница по математике, когда мы решали теорему. Пусто, внизу пусто. Ты еще раз салон будешь? Ну там чуть-чуть пару мест, чтобы пройтись. А это что, что ты туда налил? Отбеливатель для древесины. Сегодня план такой. Промыть старого отбеливателя дерево, покрыть его антисептиком для древесины невымываемого коричневого цвета. Вот. Что еще нужно сделать? То же самое в салоне сделать с деревянными частями. И в идеале смазать лебедки. Ты все будешь обрабатывать или вот эти вот мокрые части, которые... Нет, это мокрые части. Я все там обрабатываю сейчас.
Это дерево сухое, а вот это мокрая часть, потому что здесь вот такая вот желтая, как его, стропа, да? Стропа, держащая яхту на прицепе. Проходила, а вот мы ее только сегодня сняли. Я сейчас растворителем оттираю остатки дизайна от оставшегося от предыдущих хозяев. Здесь была синяя полоса, вот там, где грязь. Но с другой стороны, я уже терла вдоль всего борта. Мы ее сняли. Ну, остался клей, который мне было в прошлом году очень тяжело оттирать. Я ее чем только не пыталась отодрать, отмыть. Но вот помогает только растворитель. Вот сейчас у меня только руки дошли до задней части, на нее за это время на этот клей очень много грязи прилипло, и он стал прям уродливым. Так, вот этой фигней оттираю. Кстати, очень хорошо оттирается. Ты с двух сторон обклеиваешь? Ну да. А что, он какой-то токсичный, не отмоется потом? Не, ну он скорее всего отмоется, все-таки пластик, но я рисковать не хочу. Понятно. Как бы держать 15 суток, пока он весь питается, за 15 суток он и в пластик может питаться. Ну да. Что ты уже делаешь? Покрывать с помощью губки, а не с помощью пульверизатора, как я делал внутри. Почему? Внутри там большие объемы, ну там фанера. Я фанеру все покрывал, поэтому делал это с помощью пульверизатора. А здесь, ну, пройдусь. По слухам, на прошлых выходных одну лодку спустили здесь на воду, но приехали сотрудники ГИМС и оштрафовали. Не то хозяев лодки, не то яхт-клуб. Тут я не могу отвечать за достоверность, потому что это местные ребята рассказывали. Но, судя по тому, что больше никто не спускается, есть основания полагать, что не наврали. Что нам остается? Раз яхтинг не получается, будем кормить уточек. Для этого мы специально перед поездкой покупаем булочки или хлеб. Вот Белла показывает, у нее в руках булочки сегодня. Ути будут лакомиться булочками. Да, и для тех, кто хочет купаться, купаться запрещено. Но если честно, погода такая, что не тянет в воду. Подоспели. Да, кто тут больше ест, уточки или Белла? Хлеб оказался очень вкусным. Сегодня булочки. И Олежка хомячит булочку. И Белла один кусок уточки, один тебе. Сегодня очень мало уточек на самом деле. Обычно здесь их штук 6, и они еще дерутся, они отгоняют других. Очень интересно наблюдать. Такой вот замечательный синий цвет. Фиолет, я бы сказал. На металле? Металл. А, ну у тебя тоже фиолетовое, отсюда не видно снизу. Я думала, это отблик от соседской накидки на металле голубой. Сбоку. А это средство голубое? Да. Оно так и останется или оно? Не знаю. Ну как-то фиолетовый не в нашей цветовой гамме. Thank you.
то мы должны сейчас покрыть и оставить ее на 2 недели. Да. В сухом месте. Да. Лишь бы пока ты покрываешь, дождь не ливанул. Да нет, ну медведь обещал, что не будет. Обещанного 3 года жду. Смотрите, уточки отдыхают. Наверное, увидели меня и испугались. Так, все бы хорошо, но после покрытия деревянных частей яхты этим антисептиком для дерева эти части почему-то стали фиолетовыми. Не знаю, передает ли камера цвет. Ну, как бы неожиданный такой результат. Все бы хорошо, но то где-то фиолетовое попало на пластиковый корпус. Оно тоже засыхает, и я не представляю, как мы потом будем это оттирать. Это будет сюрпризом. Где-то мы закрыли, не знаю, защитила ли бумага. Тоже мне не нравится эта малярная пленка, потому что у меня такое ощущение, что она пропиталась. Под пленку просочился. Ну, короче, ладно, посмотрим. Ну, как-то смущает. Витя покрывает 2-м слоем. Между слоями нужно ждать 20 минут? 20-30 минут между покрытием каждым слоем, а после 3 слоев держать в сухом месте до 15 дней. Вот рядом с нами стоит яхта соседская. Я вот заглянув под их накидку, я увидела, что у них киль отстегнут. Кто знает зачем? Может быть, это правильное хранение килей. Он закреплен, все как надо, но отстегнут. Я больше не видела такого, если честно. В описании к этой штуке указано, что тут будет благородный коричневый цвет. Ну, я скажу честно, вот на благородный коричневый цвет это пока не тянет. Это тянет. Не разбирается в коричневый. Это тянет на фиолетовый. Может, он, конечно, просохнет 15 дней и станет коричневым? Ну, не знаю. Да. Короткое лето в этом году выдалось. Расчехлились, посмотрели, что нормального яхтинка до лета нам не светит, и зачехляемся обратно. Ну, на самом деле это, конечно же, не так. Ну, впрочем, про судьбу яхтинга вряд ли мы ошибаемся, но зачехляемся мы по другой причине. Дело в том, что это средство, которым мы покрыли деревянные поверхности нашей яхты, должно теперь 15 дней сохнуть в сухом месте. А так как с нашей погодой рассчитывать на 15 дней без дождя не приходится, то мы подстраховываемся и накрываем яхту обратно чехлом. Нету? Чего нету? Трубочки нету. А, здесь трубочки.
Это каркас. Витя собирает каркас для нашего чехла. Мы его решили собрать частично, без продольных дуг. Вроде как снега не ожидается. И ничего не продавит. Хотя... Это наша накрывашка, которую мы недавно героически сворачивали. Вот такой вот корона-яхтинг. Ну что, друзья, вот и закончился выходной. Вот такой фиговый яхтинг в этом году.